Сегодня у нас проходит первенство города Уфы по русским шашкам, что является очень хорошей традицией нашего города. То есть ребята учатся интеллектуальным способностям. Шашки развивают логику, память, воображение и тем самым помогают в учебе. Здесь до 8 лет турнир проходит. Это, как сказать, начально первые шаги. То есть есть учащиеся, которым, я знаю, 5 лет, бывает и 4 года, то есть самые маленькие. Здесь нет ограничений, то есть можешь даже от 3 лет участвовать в этом турнире. Есть, конечно, те, которые уже играли в турнирах, вот, и, соответственно, будем надеяться на дальнейших их достижений. Наша школа, она считается одной из самых сильных. Если еще нет туданки у меня, тогда мне приходится самой делать. Мне мама сказала, если что-то, если выиграешь в этом турнире, тогда я тебе что-нибудь куплю. Кристина Дейнеко, Сафар Бахышев, телеканал ЮТВ.